не понял. Че, как там, блядь, вышел, типа? Оформляю кредит, все там я страховку убрал. Типа, если я там коллегой там останусь после чего-то. После коллекторов. Не-не-не, типа, если, например, я вход. Ну, то есть, ты подключаешь страховку платную, она изначально платно стоит. Эта страховка. Ты, соответственно. Ну, типа, если ты коллектор, все равно выплачиваешь. Не, вот, типа, уже не нужно. Ногу ломать. Там, ну, перелом, там, допустим, рук, ног, что, как бы это, как правильно сказать? Инвалидность. Ну, инвалидность, не инвалидность. Короче, если ты из-за этого, типа, не можешь работать и зарабатывать деньги, то тебе прощают. Кредит. Ну если ты грузчик нахуй, без ног ты никак нахуй. Ну, соответственно, да. А ты без рук, ёпта. А тут получается, если, допустим, я погиб при тех или иных обстоятельствах, то уже...